Привет, сразу откроем страницу Random и определим победителя в акции от компании Электроника. В этой акции приняло участие 2506 человек. Они разместились на 32 страницах. Это мы вводим на независимом сайте генерации чисел random.org. Сейчас загрузится страница, мы продолжим. Хочу сказать, что начиная с 1 сентября акции будут заканчиваться в 21.00 по Москве. Это связано с тем, что чтобы вы видели победителей быстрее, победитель будет определяться сразу, без каких-либо задержек. Это большой плюс. Так, рандом сгрузился. Пятая страница. Участники 321. До участника 400. 393. Находим этого участника и проверяем критерии акции. Друзей больше чем 50. Фотографий должно быть не менее 3. Да, фотографии есть. Смотрим, есть ли запись на стене. Запись мы ищем до даты начала акции. Мы ее не пропустим. Так, а вот записи я не вижу. Да, это уже 20 июня. Смысла листать дальше нету. И пролистаем обратно, может быть, я что-то пропустил. Нет, тут только одна запись от призариума. И больше ничего нет. Евгений не сможет стать нашим победителем. И мы находим другого участника. Опять же 32 страницы. Страница номер 21. 1601 до участника под номером 1680. 1626. Находим этого участника. Так, друзей хватает, больше 50. Смотрим фотографии. Так, фотографии я увидел. Посмотрим еще несколько фотографий, чтобы быть полностью уверенным. Да, фотографии есть. Смотрим, есть ли запись на стене. Так, запись присутствует. Смотрим. Вступил ли Миша в группу спонсора? Да, он вступил в эту группу, он является победителем этой акции. Я его поздравляю, прошу обратиться к Виктору Бабицкому, администратору сайта Призариум. Он объяснит, как получить приз. Удачи всем, спасибо, пока.